такой хороший уже лісок, да. Бачите, як все позаростало, все зеленое, да. Ну и комаров же ж немеряное количество. Петюня, идем. Да, пошли. Рита. Да. Симочка. Симуля. Вы что-то там такие нашли, да, и вымазывается. Идем, Сима. Вон, бачите, качаются. Активно причем, да. Ну и эти уже рядом. Из них есть отдельные, те, которые прям качаются не безудержно. А другие не. Вот этот, допустим, кобель, он не качается. Ну, он себя уверенно в стае чувствует, он не выкачивается. Вот и этот молодой кобель, это редкость, когда он вымазывается. Да, так что... Ну, с кобелями попроще. А девки не, девки те одеколон любят так, что ой-ой-ой. Ну, я всякие вот эти запахи, вот это все, это наш одеколон, да. Ну, бачите, как... Ну, тут в этом году никто хоть не палит это все дело. А то ж было вообще, вот тут все сгоревшее было. Ну, чего они туда полезли? Ну, я, в принципе, понимаю, что запах от какой-то птички идет, да. Ну, и они вот уж маленькие такие, и вот устребают, шукают, да. Ну, не видно их за такими здоровенной травой. Так что тут есть определенные нюансы.